Виталий Шевченко должен больше доверять своей молодежи. Такой вывод напрашивается после матча «Торпедо-Динамо» в Лужниках, где все решилось на последних минутах первого тайма. Сначала юный Оганян, кстати, игрок Олимпийской сборной России, грамотно воспользовался рикошетом от динамовца Кобелева. А через две минуты молодой Аристархов с точного паса того же Оганяна установил окончательный счет 2-0.